Ребят, снова привет. У нас в гостях Вильдан Гимаев, Amar Group. Вильдан, расскажи, пожалуйста, что за компания такая Amar Group? Холдинг Amar Group – это многопрофильный производственно-торговый холдинг, ключевым направлением которого является это производство, переработка и реализация мяса птицы. И не только. В холдинг Amar Group у нас входит еще торговая марка Russian Chicken, которую мы экспортируем в Саудовскую Аравию. Также у нас входит Amar Agroexport. Экспортируем зерно, пшеницу. Также у нас есть дары подворья. Что еще? Амаров нет. Амаров? Да. Нет, амаров у нас нет. Просто Amar Group, у меня сразу ассоциативный ряд. Амары. Ну, морепродукт, все дела. Нет, у нас исключительно продукция халяль, которая сертифицирована. Вся наша продукция соответствует стандартным нормам халяль. Скажи, пожалуйста, какие задачи, цели вы ставите перед собой на данной выставке? Что хотите найти, может, партнеров? Да, мы надеемся найти партнеры, с кем-либо сотрудничать. Что еще? Где сейчас можно купить вашу продукцию? Где она реализуется? Наша продукция, получается, у нас реализуется у нас в городе Самаре, в Казани у нас есть. В Ингушетии. Также вот экспортируем наш продукт Russian Chicken на вот Арабские Эмираты, страны. Здорово. Получается, уже есть экспортный продукт. Да, у нас есть мясо птицы экспортный продукт и Amar Agroexport. Это, получается, зерно пшеницы, которое мы экспортируем также. Все. Какие регионы в этом году, в 2019-2020, хотите тоже получить, захватить их рынок, так скажем? По-хорошему, конечно, всю бы Россию захватить, но Россия и экспорт в зарубежные страны. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо большое.